Всем привет! Март месяц, и сегодня мы в очередной раз вышли искать сморчковую шапочку и сморчковые. На лесу красота, тепло, за бортом 25. И мы настроены сегодня с Настей очень позитивно на поиск. Птицы поют, в лесу просто красота. Небо голубое-голубое. Тополь бросает уже сережку. А это значит, что уже должны быть наши любимые сморчковые. Но пока вот мы зашли, еще не встретили никаких грибочков на пути, кроме засохшей вешенки, которую мы уже показывать не будем. Совсем она была старая и страшная. Идем ищем. Пожелайте нам удачи. Излюбленное место для роста сморчковых. Это вот такие вот буреломы, которые подтапливаются водой. Здесь прям с горок идет вода, потому что внизу река. В лесу сегодня очень активно. Слышите, да, лесные жители проснулись. Надеюсь, и грибочки наши тоже проснулись. Потому что на днях уже люди находили сморчок полусвободный и строчок гигантский. Мы тоже верим, что нам повезет сегодня. Оставим лесовичку угощение. В лесу полно цветов, а вот этот цветок я вижу впервые. Не знаю, что из него вырастет. Кто знает, расскажите, что это за цветочек такой. Внутри он фиолетовый должен быть. В лесу вовсю цветет верба. И слышно это издалека, потому что здесь невероятный гул пчел. К каждой шишечке по две пчелы подлетают. Пчелы трудятся уже так красиво. И запах прям сладкий стоит от вербы. Высоко растет. Есть шишечки поменьше, но они, видите, уже зелененькие. Их тоже уже облюбовали пчелки. Какие пушистики просто. Сегодня, да, даже грибов, если нет, просто вот полюбоваться на эту красоту природную. Понюхать эти шишечки. Видите, что творится? Видимо, люди приходили и ломали вербу. Валяются прям сломанные большие ветки, прям стволы. И вот здесь вот верба еще не распушилась. Но так как этот ствол уже все равно погибнет, эта ветка засохнет, мы решили тоже себе наломать. Пахнет просто феерично. На запах напоминает, знаете, что мимозу. Такой вот сладкий весенний аромат. Так что мы сегодня тоже не с пустыми руками из леса выйдем в любом случае, даже если не найдем грибов. В общем, идем мы, ищем сморчковую шапочку. Очень жарко. И кроме веточек вербы мы пока еще не встретили ничего такого в лесу. Да. Останки человека, который сломал ветки вербы. Вот что будет с теми, кто ломает деревья. Пока нету, пока ищем. Ни одного грибочка вообще никакого мы пока еще не встретили живого. Либо слишком жарко, им не хватает влаги, либо еще просто рано. Ну а вообще то, что влага отсутствует, это как факт того, что здесь они могут и не быть. За моим портфелем, в котором у меня торчит верба, летят пчелы. Они летят на сладкий запах этих цветочков. Опасно. Погода сегодня, конечно, просто сказка. И вот мне, я уже сейчас иду на солнце, невероятно жарко. Выезжали утром, было еще немножко прохладнее. Хотя сегодня с утра была роса, немножко был туман. Сейчас, естественно, этого уже нет, но на солнце прямо припекает. Ну, представьте, 25 градусов, а я в куртке и в кофте.
Но это все-таки хоть какая-никакая, но это защита от клещей, потому что клещи уже проснулись и дают, так сказать, жару незащищенным или неопытным грибникам. Паутины полно в лесу, прям лезет в глаза. А паутина у нас означает то, что будет жарко. А если будет жарко, то не будет грибов. Нужно шаманить дождик. Вообще ни одного грибочка нет. Опять не хочется просто гулять. А получается, что каждый раз у нас разведка заканчивается только приятной прогулкой по лесу. А хотелось бы уже, конечно, начать полноценную тихую охоту, как и планировалось. Планируем уже третий видеоролик. Начать нормально охотиться на грибы. Но что-то пока не везет. Либо нужно ехать севернее, там, где грибы уже найдены, шапочки. Либо просто ждать. Но мы же не можем без дела сидеть дома в выходной день, правильно? Мы все равно едем и ищем. А кто ищет, тот всегда найдет. Бабочки такие красивые по лесу летают. Желтого цвета, необычно, никогда такую не видела. Птички поют, хорошо. Вообще хорошо в лесу, конечно. Слышите, какая красота. А у кого-то в регионах еще лежит снег. И люди вот будут смотреть это видео и немножко погреются от наших южных лучей. Это, конечно, тоже радует, что кому-то прогуляться вместе с нами по лесу тоже хорошо. Настя нашла останки какого-то жука. Там их два было. Два. Вот такой вот страшный. Мне кажется, кто-то вылупился. Думаешь, это просто сухое животное, мне кажется. Похоже на кота шмеля большого. Вот таких вот много трутовиков встречается. Вообще очень много в лесу трутовиков. Вот это вот трутовик сливовый. Потому что это старая слива. И одуванчиков уже становится больше в лесу. Много травы всякой. Вот, кстати, вот такие вот листочки, были бы они покрупнее, можно насобирать на салат. Из одуванчика получается очень вкусный салатик. Еще можно на варенье потом самих цветов насобирать. Тоже экологический чистый продукт. И уже сегодня больше встречается яснотки, которая также съедобна. Ее также можно взять с собой, допустим, сделать тот же салатик. Ландыш пробивается уже. Уже становится больше ландыша в лесу. Наверное, в этом году раньше мая зацветет. В том году ландыш зацветал уже в 20-х числах апреля. В этом году, наверное, еще раньше. Да. Расцветают примулы. Прямо сегодня они уже такие раскрытые, радуются солнышку. Такая красота. Мы решили провести эксперимент. Мы нашли вот такую вот подсохшую вишенку. И хотим ею заразить наши деревья. Сейчас мы ее возьмем домой, что-нибудь с ней такое сделаем, чтобы она немножко размокла, и на следующей неделе будем заражать деревья. А как это будет? Обязательно смотрите в нашем новом ролике.
Весна есть весна. Птицы поют, трава поднимается. Правда, все, конечно, везде такое сухое. Не хватает нам этой влаги. И грибов. Но мы не расстраиваемся, конечно. Следующие походы, значит, у нас будут намного лучше и продуктивнее. Возьмем, так сказать, штрафную. В принципе, на сегодня наша прогулка завершается. Грибов мы сегодня опять-таки не встретили никаких абсолютно, кроме этой старой сухой вешенки, которая начала уже спорить. Мы ее возьмем, да, и заразим свои стволы в следующем ролике. Что из этого будет, мы будем с вами следить по выпускам. Сегодня мы возвращаемся домой также не пустые. Мы сегодня набрали вербы. Очень много погибших стволов, то есть сломанных веток. Люди приезжают в лес и перед праздником, естественно, ломают эти стволы, прям огроменные цветущие вербы, которые потом остаются засыхать. Тем самым гибнет не только сама веточка, но и, естественно, само дерево. Не будем с вами прощаться и следите за нашими выпусками, что получится из нашей вешенки. Всем пока!